Всем большой привет! Продолжаю я свои обзоры записывать. Так, я хочу записать сейчас обзор того, что заказывала в Крым, в город Алушту. Я знала, что приедет мой папа и привезет мне то, что я заказала. На самом деле, тут будет по срокам годности, потому что нигде нету. И ну, по срокам годности почему бы не взять, тем более то, что мне нужно и чем я буду пользоваться. Так, ну вот на столе лежит кепка. Это, собственно, дочки, пусть она носит. Сейчас я вам покажу. Кепка с пайетками для девочки. Так, размер 54, плюс-минус 2 сантиметра. Состав 80% хлопок, 20% полиэстер и пайетки. Цвет розовый. Так, артикул. А вот 600 и 3 шестерки. 600666. Вот такая кепочка. Ну, хорошая, добротная хлопковая кепка. Вот здесь тоже есть защита. Ну, от пота, наверное. Сейчас у нас жарко. Обязательно нужен козырек. Я не люблю какие-то панамки. Ну, мы не можем найти нормальную, ну, чтобы маме нравилось и дочке. У нее есть шляпки. Но вот из садика она будет носить кепки. Потому что как-то вот садик требует обязательно летом, чтобы что-то было. Ну, вот будет носить такую кепку. Дочке 6 лет, ей подошло. Сзади на липучке регулируется. То есть можно будет регулировать. Хорошо села. Доча довольна. Ну, собственно, что еще нужно? Так, теперь по срокам годности все. Нет, не все. Вот это вот не по срокам годности. Это я заказала себе второй шаг. Это микродермабразия. Из, так, артикул 1228. Это из серии, которая гель. Пилинг-гель. И шаг С, там крем идет, сос для восстановления. Мне очень нравится и крем, мне очень нравится и гель. Но сейчас гелем пользоваться нельзя. Сейчас лето, когда активное солнце, нельзя. Кому, если нужно, состав. Очень мелко. Вот так. И, в общем, я взяла только шаг Б. Мне нужен скраб, а это самый деликатный скраб, как мне кажется. Так, выравнивает поверхность кожи, отшелушивает отмершие клетки, улучшает цвет лица, глубоко очищает поры, устраняет шелушение кожи после химического пилинга. Вот здесь диатомовые водоросли. Отшелушивает отмершие клетки с поверхности эпидермиса, глубоко очищает поры и выравнивает поверхность кожи. Комплекс энзимов из тропических фруктов растворяет отмершие клетки на поверхности эпидермиса, способствует выравниванию рельефа кожи. Цвет лица улучшается, а кожа становится бархатистой. Ну и кислородный комплекс Новофтем. О2 увеличивает содержание кислорода в коже и усиливает действие всех активных добавок. Подходит для всех типов кожи, кроме очень чувствительной или поврежденной. Вот. Это энзимный у нас микропилинг. Можно открыть, потому что сейчас он пойдет в использование. Здесь 40 мл, как раз он маленький, мне хватит на полтора месяца. Буду открывать, потому что мне его очень не хватает. Я вообще давно не пользовалась скрабами. Вот, на лето мне надо. Ну, можно. Вот такой он у нас. Сейчас вам покажу. Вот такой, собственно. Вот он. Здесь частички есть. Вот, видно? Видны, наверное, частички. Вот. Он очень-очень деликатный. По аромату, ну, у него есть аромат, но он приятный. Он не какой-то супер ужасный. Например, вот какое средство у нас? Крем. Какой-то крем из этой серии. Он прям вообще имеет такой аромат. Жуткий. Я нос закрываю. Так, сейчас отдалю. Ну, не знаю, будет видно. Вот я смыла. Кожа нежная-нежная здесь в этом месте. Так, ладно. Вот это теперь уже пойдет по срокам годности. Все, что дальше, покажу, кроме БАДов. Так, это набор для карбокситерапии. Как раз я брала третий шаг. И первые два вот сейчас буду тоже использовать. Здесь очень нужно очищение мне. Так, первый это так, увлажняющий бальзам. И второй гель-активатор. Так, он запечатан. Так, он от февраля 22 года. Ну, то есть его надо вот уже использовать. Там 18 месяцев. Ну-ка, сейчас найду я. Тут вот он то, что делает. Карбокситерапия. Так. Вот, можно прочитать. Я прям все это не буду читать. Меры предосторожности. Вот, потому что это будет очень долго, если я буду это все читать. Активные ингредиенты, углекислый газ, акваксил, если я правильно произношу, сепитоник. Так, это энергетический коктейль из морских микроэлементов. Вот так. Так, и что, где у нас? А, срок годности вот 18 месяцев. Ну да, получается, где-то вот надо уже, надо-надо. Ну, он проживет месяц где-то, поэтому я как-то не боюсь.
Так, что-то тут. Ой. Так, вот. Первый шаг и второй. Я дома использовала, мне очень нравится эффект. Конечно, личико потом такое красное, никуда так не выйдешь после этой процедуры. Я наносила кислородный бальзам, чтобы как-то побыстрее, поскорее прошло все. Вот. Ну, не, ну классно. Классно, когда есть такие средства. Я, например, не могу ходить в салоны. Это не мое, потому что мне некуда малыша деть. Да и вообще, не любитель я, если честно. Была еще вот такая маска Instaglamours. Уже, я не знаю, нету, наверное, ее в каталогах давным-давно. Ну, как-то она то появляется, то исчезает. 5804 артикул. Это серебристая. Ну, мало ли, 30 мл. Да, вот серебро. Искрящаяся маска для лица, не блестяшки. Взяла, потому что она маленькая, чтобы я вот как раз успела использовать вот эти тканевые и вот эту. Ну, мне прям вот хватит. Вот хватит. Я ее, с вашего позволения, не буду открывать. Посмотрю только срок годности. Тоже январь 22-го. Так. Где у нас? 18 месяцев тоже, вот покажу. Так, и что она делает? Во-первых, это красиво, во-вторых, необычно, в-третьих, весело. Ну и в-четвертых, они дарят коже необходимый уход и отличный результат. Лицо сияющее красотой и здоровьем. Дарит ощущение ухоженной и свежей кожи. Тут вот комплекс опять какой-то, Max Beauty, AV комплекс, алоэ вера. Угу, AV это алоэ вера. Способ применения тоже есть. Ну, может быть, кому-то нужно, у кого-то, может быть, будет тоже по срокам годности. Оставляем, ну, плотным слоем наносим на 10-15 минут и обильно смываем водой. Кстати, вот, эта масочка, она оставляет блестки на коже после того, как вы смыли. Так что, кому не нравится это, то не стоит. Так, дальше. Дальше я взяла смеси. Арома смеси, масел. Так, это антистресс. Ну, тут, конечно, коробочки уже повредились в процессе того, как их везли, в процессе транспортировки релакс. Мне очень нравится вот это именно релакс, антистресс. Антистресс, я вам скажу, что здесь лимон. Так, давай. Ну, что, пайетки, наверное, там. Перец черный и мята перечная. Ну-ка, сейчас я открою. Так, тут есть открытый. Они очень повреждаются, вот эти вот. Ну, да, он, конечно, такой себе. Больше перца там я слышу. Но, как в итоге, он все равно из аромалампы, я капаю в аромалампу, там 3-4 капли, а аромат исходит достаточно приятный. И покажу релакс. Тут лимон, бергамот, сосна, можжевеловые ягоды, кедр виргинский. Тоже мне нравится релакс. В общем, я с удовольствием использую. Я уже не помню, конечно, сколько именно стоило это все. Не вспомню сейчас. Но как-то очень мало. Поэтому взяла. Вот еще шарики взяла. Лимонный бум, что ли они назывались. Да, лимонный бум. Шарики для ванны, бурлящий шар для ванны. Ну, собственно, я взяла дочке. Две штуки взяла. Думала, что мне не понравится аромат. Но на самом деле он мне очень нравится. Он какой-то даже не лимонный, а аромат какого-то печенья. С чем-то, вот с каким-то тоже фруктом. Ну, может быть, и лимон это. Ну, такой сладенький какой-то. Сладкое печенье. Мне нравится, в общем. И взяла, так вот, август 21 года. Насколько интересно. Ой, тут очень мелко. Я даже... Смогу я прочесть? Зрение-то у меня хорошее. А вот здесь написано 24 месяца. Ну, тут навряд ли, конечно, можно будет. А, нет, его можно прочитать. 24 месяца. Ну, да, августа 23-го. Ну, как раз вот мы сейчас. Дочке, мне по пару раз и все. Это мандаринка. Ну, она не пахнет мандаринкой. Я не знаю. Может быть, в ванной будет. В ванне, когда растворится, она будет пахнуть мандаринкой. Но сейчас я не поняла вообще, чем это пахнет. Ну, честно, не понимаю. Это, не знаю, даже не мандарин, а что-то как мылом каким-то. В общем, не знаю. А этот вот я не посмотрела, где здесь. Это тоже август 21 года, так что... Так, а какой август-то? А, 28. Ну, так что эти последними пойдут в ход. Так вот. Эти последними пойдут, а мандаринки первыми. Ну, вот на два раза как раз. Так, это я брала по распродаже от Биоси. Они еще были, эти бальзамы. Бальзам «Первая помощь». Классный бальзам. 15 мл взять с собой. Заживляет шикарно. Все везде, где нужна регенерация кожи. Раздражение вот успокаивает. Снимает покраснение кожи и зуд. А также любые ощущения дискомфорта.
Так, применять при первых признаках воспаления. Наносить не более 3 раз в течение дня. Ну вот, собственно, тоже не буду все читать. Ну, вот тут вот все это. Здесь очень хороший состав. Здесь много масел. Так, срок годности. Так, до ноября 24 года. Вот годен до. Я вам сейчас покажу. Попытаюсь показать. Угу. Вот, до ноября 24 года. Что-то он прям не хочет. Ну, вот как-то так. Вот. Я не знаю, почему. Еще времени много, больше года. Но это я брала папе, забыла сказать, он привез. Ну, в общем, отвезет обратно. Классная вещь. Вообще у всех должна быть в аптечке. Ну, у нас есть и малофтелин, но он просто дорогой. А этот стоил 147 рублей. Ну, прям, почему бы и не взять. Так, и вот это тоже по срокам годности последняя вещь. У меня 40-201 артикул. Это HD Color. Это у меня коричневый Miss Brown. Так, Miss Brown, помада для губ. В общем, давайте посмотрим. Мне, я не пробовала еще ее, если честно. Мне самой очень интересно, как она будет лежать на губах. Я обязательно, ну, протестирую завтра. И упаковка нравится. Прям нравится. Ну, пальчики остаются. Я ее вытаскивала, посмотрела, но не наносила. Вот. Вот сейчас передает чуть светлее. Но на самом-то деле она вот такая коричневая, просто чуть светлее передает камера, а на самом деле чуть темнее. Ну, посмотрим. Ох, какая. Ох, какой пигмент у нее. Она коричневая. Но скорее теплая коричневая, чем холодная. Мягкая. Мягкое нанесение. Она полуматовая скорее. Даже вот не матовая, а полуматовая для меня. Ну, больше скорее в матовую сторону. Ну, в общем, почти правильно передает. Еще вставлю фотографию. Я сфотографировала уже. И нанесу на губы. Ну, уже завтра. Сегодня уже все. Ночь. Я все-таки завтра уже попробую эту помаду. Так, как бы мне ее поставить? Ну, давайте вот так вот. Так, остались БАДы. Это у меня иммуномодулятор. Биологически активная добавка Molecular Force. Это у нас еще производство американское. Сейчас скажу. Они все до 12-21 года. Нет, с 12-21. Так, 2 года, по-моему, с даты. Да, нет, по 2 капсулы рекомендации. Сейчас. Так, а где она у нас? Дата изготовления. Вот 2 года с даты изготовления. Ну, собственно, состав здесь не такой уж прям, чтобы очень богатый. Кошачьего когтя коры экстракт. Нет, так не пойдет. Вот так пойдет. Вот так, что тут? Целлюлоза микрокристаллическая. Это носитель. Так, гидроксипропилметилцеллюлоза. Ох, оболочка капсулы. Так, мейтаки гриба экстракт. Рейши гриба. Мицелия порошок. Ой, прям магния-стеарат, антислеживающий агент, кремния-диоксид, антислеживающий агент, перца черного, плодов, экстракт. Это биопирин. Пирин. Я все как-то его путаю. Ну, в общем, я из-за вот этих грибов, собственно, и кошачьего когтя коры экстракт. Вот из-за этого я и взяла. Так, вот смотрите здесь, сколько их содержится. Содержание вот суточной дозе и процент адекватного уровня суточного потребления для взрослых. Так, и вот здесь еще, ну, биопирин, здесь 5 миллиграмм. Вот, ну, не знаю, я хотела взять иммуномодулятор от чистоты, я забыла, что я взяла вот этот, ну, буду пробовать его. Вот еще поддержка суставов, здесь у нас вот состав. Давайте я не буду все это читать, я лучше прикреплю. Просто можно вот здесь вот будет как-то получше. Я покажу просто содержание в суточной дозе и процент адекватного уровня потребления суточного. Вот так, может быть, как-то вот так. Ну, здесь куркума, я куркуму пила, но, конечно, это все более... Вот коллаген здесь, ну, коллаген я не пила. Здесь только я коллаген пью в коктейле и все. Так, и процент содержания... Вот, 10 миллиграмм, 0,2. Ну, то есть, совсем. Их у меня 4 штуки. Вы знаете, от помады так пахнет. Я сижу сейчас, у меня аромат такой вкусный. Тоже какой-то парфюмированный, как духи.
Прям классно. Так, сейчас я найду эти 4 штуки. Ну вот, собственно, я их нашла. 2 мне и 2 маме. Вот, 2 мне и 2 маме. Ну, папа не будет это дело пить, поэтому... Так, и, наверное, надо было капсулу показать, да, вам? Так, ну, давайте. Давайте. Потому что все равно буду открывать их первыми пить. Вот уже вот-вот. Наверное, через недельку, поэтому можно открыть и показать. А, ну здесь вот они оранжевые, наверное, из-за куркумы, скорее всего. Вот такие капсулы. Ну, для папы они большие, он навряд ли будет пить. А так вообще, конечно, для суставов надо бы всем. Вот, и покажу вот этот вот. Я так пленку не сняла, но, собственно, это у нас что? Иммуномодулятор. Вот, ой, такой он. Ну, порошок там внутри какой-то такой. Аромата такого нету какого-то. В общем. И у этого сейчас. Ну, как такового нету. Ну, что-то чуть-чуть там имеется, но не противно, по крайней мере. Так, и баланс нервной системы. Баланс нервной системы я оставила мужу. Пить не знаю пока. Он у меня сопротивляется сильно. Но все-таки я думаю... Так, никак мне не открыть. Сейчас, секунду. Открыла, наконец. Ну, в общем, уже я надеюсь уговорить. И сама тоже буду вот это пить. Здесь, значит, тоже все по 2 капсулы принимаем. Что-то во время еды, что-то, может быть, до или после еды. Надо это все читать. В основном во время еды. Вот. Так. Покажу состав. Так, где у нас... Вот состав. Гинка белоба, листьев экстракт. Собственно, вот тоже из-за этого. И 5-гидроксикриптофан из грифонии. Так, просто листный. Вот так вот. А, так, можно вот тоже посмотреть. Составы я прикреплю все-таки. Так, покрупнее, чтобы можно было так читать. Витамин С и железо. Ну, собственно, небольшие такие проценты суточного потребления. Так, а здесь у нас июнь. А какого года? Непонятно. Непонятно, какого года. Ну, в общем, наверное, 22-го, скорее всего. Эти белые. Вот. Так, ну вот, собственно. Собственно, буду пить. Так, последнее, что я покажу из того, что... Ну, вот именно Фаберлик я заказывала. Это живица. Это 10 штук живицы. Ну, вот, собственно, у меня все 10. Так, здесь срок хороший, поэтому я взяла ноябрь до ноября 24 года. Мы выпьем. Я еще парочку ставлю маме. Сама себе возьму, мужу тоже дам. И дочке остальное ставлю. Она пьет на постоянной основе. По 2 капсулы я даю. Масло кедровая живица. 90 капсул здесь. Сейчас руку протяну и покажу. Вот у нас открытая, она пьет. Вот она. Это крутая вещь. Прям крутая вещь. Вот они кругленькие. Ребенок может проглотить запросто. Но дочка у меня разжевывает, говорит, вкусно. Омегу ни в какую не хочет. Говорит, она невкусная. А эту, ну, она ее просто зубками-зубками. И говорит, вкусно. Мам, почему ты мне не даешь? Я иногда забываю. Сейчас лето. Ну, можно не всегда, не каждый день пить. Осенью и зимой, конечно, прям вот постоянно. Сейчас у нас так, то пьем, то я забываю, то еще. Ну, в общем, осенью постоянно пьем. Вот, я сама тоже пила на постоянной основе, потом перешла на пихтовиту, вот, держала живицу дочки. В общем, сейчас Фаберлик нету, я надеюсь, что она будет, но я всем рекомендую, противопоказаний у нее очень мало. Смотрите, если вам ее можно, потому что тоже имеются все-таки противопоказания, изучите. Но если вам можно, пейте и давайте детям. Есть и другая живица, это не только вот прям Фаберлик и все, она есть. И вот берите, находите. Нет, я видела на Wildberries там или на Озоне, уже точно не помню где. Тоже не вспомню уже, какая там была марка. Но там тоже была живица именно в капсулах. Не вот капать ее, растворять там в воде, не капли. Потому что это сложновато все-таки, ну, для детей. А капсулы очень даже просто проглотил, и все. Взрослые-то могут, а дети не особо. Вот.
берите, находите, пейте и будьте здоровы. Это очень-очень хорошо поднимает иммунитет. Я пока пила живицу, я вообще не болела. Может быть, один или два там максимум раза. И это проходило очень легко, без температуры. Кстати, я живицу дала дочке, когда у нее была температура. Температура вообще к вечеру снизилась и больше не поднималась. И аллергию тоже убрала. У меня у дочки неизвестно, от чего вылезла эта аллергия. Ну, она вообще не аллергик, но ну, бывает что-то. В общем, тоже днем была, к вечеру прошла. Дала ей живицу. Больше ничего не давала. Ну, не знаю, что еще могло помочь. Все, только это. Не проходила, кстати, до этого дней, ну, 3-4 дня не проходила. Вот. Дала живицу, и к вечеру все прошло. Когда говоришь, люди не верят, они не понимают, что это такое. Вы попробуйте, вы поймете. И потом будете жалеть об упущенном времени. Все, ладно, это у меня заказ. И покажу вам то, что мне папа привез. Просто именно крымские продукты. Так, это я попросила два эфирных масла, герань. И я вообще просила левзею, но мне дали вот литсея кубеба и сказали, что это оно и есть. И герань. Мне было очень интересно именно как же пахнет герань, послушать. И ну вообще там хорошие такие описания, чему оно способствует. Вот противопоказания есть, а что именно оно делает, не написано. Вот, но я посмотрю и тоже прикреплю, потому что на память я уже не помню, что там мне понравилось, а что именно. Не помню. И литсея кубеба. Все по 10 мл здесь. Ну, аромат у герани, конечно, странный. Не сказать, что приятный, не сказать, что неприятный. Это продукция Алуштинского эфиромасличного завода. Это вот их эмблема. Так, годен до июля 24 года. Ну, вот так. В общем, вот такой бутылечек у нас. Ой, что-то у меня все камера прям. Герань. Ну и аромат. Нет, он достаточно приятный будет, мне кажется, именно когда в аромалампе. Такой травянистый, цветочный. Вы знаете, я не скажу, что он мне неприятен. Я такого сказать не могу. Ну вот никак не могу. И литсея кубеба тоже. Я ее уже открыла, вот герань, мне было прям очень интересно. Литсея кубеба, она тоже... Папа мне привозил, но чуть-чуть другую. Вот, и это 100% эфирное масло. Она... Ой, она как... лимончиком, мелиссой. Ой, знаете, вот если с Фаберлик сравнить, то это у нас серия вербена. Вот. Какой-то такой, знаете, лимонный леденец. Ну, мелисса прям. Ой. Прям прелесть. Ну, там вот есть, кстати, есть здесь инструкции, наверное, все вот эти. Так, вот. Ну, да. То, что я не заметила. Масло литсея кубеба. Так, показания. Помогает при бессоннице, нервном напряжении, заболеваниях, вызванных стрессом. Стимулирует умственную и физическую активность, улучшает память, повышает внимательность. Повышает упругость и эластичность кожи, создавая омолаживающий эффект. Помогает при невротической головной боли, неврозах сердца, спазмах органов пищеварения. Аромат усиливает коммуникабельность, создает атмосферу уюта и доброжелательности. Ну вот способы применения здесь. Так, обогащение кремов, тоников. Ванну и противопоказания. Индивидуальная непереносимость, беременность и эпилепсия. Вот так. Вот, то есть тут есть... Там сейчас прочитаю, дабы не прикреплять ничего. Потому что это все занимает время. Так, сейчас. Да, здесь тоже есть. Я не заметила. Ой, герань, конечно, не сказать, что был очень приятный аромат, но он будет, скорее всего, приятный именно вот в аромалампе. Ну, это я уже говорила. Показания для применения. Вот. Вот они. Бактерицидным и противовоспалительным действием обладает. Помогает при лечении инфекционных заболеваний, отита, ларингита, гайморита. О, это моему мужу надо. Восстанавливает кожу, способствует уменьшению рубцов и выступает как обезболивающее и заживляющее средство после ожогов, обморожений. Вот так. Обладает омолаживающим и тонизирующим эффектом. Подходит для ухода за сухой и чувствительной кожей. Устраняет шелушение и сухость. Используется для коррекции целлюлита. Ух ты. Так, и укрепляет корни волос и используется при педикулезе. Даже так. Ну, корни волос, я не знаю, что тут. Ну, массаж вот. Для массажа. Так, ароматизация помещения, обогащение кремов, ванны. Так, индивидуальная непереносимость гераниевого масла. Так, и соблюдать осторожность при беременности и эпилепсии. Опять же, эпилепсии. Вот интересно. Ну, в общем, вот. Если кому-то нужен адрес,
и телефон. Ну, конечно, у нас этих масел нету, поэтому я их попросила, чтобы привез мне папа. Так, там, конечно же, еще лаванда, конечно же, еще другие всякие разные. Ну вот, мне захотелось именно эти. Так, я даже не знаю. Давайте отдельно вот так. Так, еще. Так, я вот попросила эфирное масло для сауны Дубрава 50 мл. Ну, хоть оно и для сауны. Так, здесь состав. Вот состав. Вот так вот. Хоть оно и для сауны, но я подумала, что мне тоже оно будет полезно. Может быть, тоже вот в аромалампу. Эфирные масла крымской сосны, можжевельника, чайного дерева и грейпфрута. Вот. Ну, тут ароматизация воздуха, сауна и баня. Собственно, вот. И для ароматизации воздуха тоже оно подойдет. Я не буду, наверное... Ой, у меня руки пахнут. Знаете, оно хвоей. Хвоей пахнет. Так, состав здесь. Крымская сосна, можжевельник. Ну вот, собственно, она хвоей пахнет. Вот эта смесь. Вот. И я ее не буду уж открывать, наверное, потому что хочу довести ее не разлитую. Я заберу ее в Питер. Я здесь не буду это использовать. Ой, у меня руки геранью теперь пахнут. Вот. И еще я попросила экстракты василька. Это мацерат. Я вот тоже посмотрю мацерат, что это такое. Какой-то из них я открыла, но, наверное, вот этот, его меньше. Его меньше. Он что-то как-то ничем и не пахнет. Нет, наверное, не этот. Потому что он плотно закрыт, и он как-то не блестит. Да, вот этот вот блестит тут. Видите, такой ролик, вот, тот не блестел, матовый был, этот блестит, и, ну, он какой-то вот, а, ну, вот масло. Ну, вот, мне так было не очень удобно. Вот, собственно, масло это жирное. Как бы мне вот так вот, вот. Но аромата у него совсем нет, совсем никакого, и, если честно, я попросила, просто я слышала, что... Он очень такой полезный, вот этот экстракт василька, что-то он там делает, но еще не изучала. Знаете, вот чтобы было. Хочу посмотреть, если кто-то знает, поделитесь, пожалуйста, экстракт василька, как его использовать, для чего. Я, конечно же, сама тоже посмотрю и буду использовать его. Ну вот, нет аромата, совсем нет аромата. Такое масло, ну прям масло. Вот не знаю для чего, ну посмотрим. И... Бальзам для губ шоколад. И это попросила дочка. Он вот такой. Простой такой, желтенький, обычненький. Она уже использовала. Ой, она уже использовала. И он шоколадом. Ой, какой вкусный аромат. Прям вкусный. Да, вот именно вкусный. Он шоколадом пахнет. До июня 25 года. Все. Камера хочет спать. Вот. И, ну все, она уже заберет его у меня, конечно. И... Отдам ей, пусть пользуется, потому что мы все бальзамы свои забыли. Все забыли. Это папе отдам, а это дочке. Все остальное буду использовать. Но вот, кстати, девушка, которая там работала, ну, папа взял два, говорит, ладно, кому-нибудь подарит. Она сказала, не дарите никому, используйте сами, это очень классная вещь. Ну, вот папа не спросил, что же классного в этой вещи, но буду сама мониторить. Если кто-то знает, прошу, поделитесь. Вот такой у меня был, можно сказать, заказ, потому что, конечно, это все заказывала. Если кто-то может вам это привезти, если, ну, например, вот хочется вам, ну, хочется или надо, вот как, например, эти БАДы, они мне нужны были, вот суставы, поддержка суставов. Я вот прям чувствую, что мне ходить сложновато. Ну, и вот попросила папу, заказала туда, он привез, собственно, и по срокам годности это все равно вот он едет, а мне получилось выгоднее, даже та же карбокситерапия, так-то она стоит, ну, хорошо, так, рублей 500, наверное, вот этот вот 500, может быть, 400, этот набор, я точно не помню, но, по-моему, не 400, дороже, а я его взяла там за 100 с чем-то рублей, 100 или 120, ну, тоже не вспомню, и, собственно, буду пользоваться с удовольствием, как раз еще полтора месяца, за полтора месяца он у меня уйдет, и все, ничего не останется. Покажу в пустых баночках потом. Тут все такое, что уйдет. Ну, единственное, вот эти эфирные масла, конечно, поедут в Питер. И вот это поедет. Половина, наверное. Ну, не половина, ну, две, наверное, маме оставлю. Но остальное, да, поедет в Питер, конечно, со мной. Все, из этого ничего больше никуда не поедет. Эти БАДы уйдут здесь.
Ну, тоже, может быть, что-то останется, полтора месяца. Да, скорее всего, что-то там останется, но это уже вот будет в использовании, в употреблении. И все. Вот, ладно, все, спасибо всем за внимание, а то опять я много говорю. Вот помаду тоже буду здесь пользоваться. Мне прям очень ее давно хотелось, именно Мисс Браун. Боялась попробовать, но нет, не стоило бояться. Она, конечно, хорошо пигментированная, будет покрывать губы. Прям вот она не полупрозрачная, никакая не прозрачная. Но буду с удовольствием пользоваться. Все, всем пока, всем большое, большое спасибо за внимание, за ваши лайки, комментарии. Пока-пока.